Здравствуйте, дорогие друзья! Наступил еще один совершенно шикарный, фантастический день. С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин и моя программа «Завтрак на позитиве» со мной, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Завтрак я уже приготовила, так что сейчас вам все покажу, себя крупным планом. Погода совершенно шикарная, такое солнышко. Солнышко совершенно шикарное. Слушаю семинар Натальи Борисовны Правдиной. Дала уж такой анонс, что будем с вами изучать, читать книжку Натальи Правдиной. «Выше нас только звезды». Да, «Выше нас только звезды». Это книжка так называется, Натальи Борисовны Правдиной. Кстати, очень великолепная, шикарная книжечка. В общем, помыла себе персик, окатила еще его кипяточком горячим, виноградик, сухой завтрак, песочек сахарный, вот, кофе, вот такие вот дела. Сейчас я там покажу себя. В моей спальне. Ну да, так позитивчика, побольше позитивчика. Кстати, вот стираю сейчас стиральной машинки, сняла постельное мое белье, стираю постельное белье. Здесь можно и позагорать, дорогие друзья. О, шикарно, шикарно. Открыли балкон, если у вас такая, в общем, солнышко. Просто совершенно шикарно. Ох, прямо оно, ох, сейчас сюда нужно, конечно, поставить. Ох, зато я не вижу прям солнца. Ну, шляпку, нужно надеть, наверное, шляпку и как-то вот так. Так что вот. А так совершенно шикарно. Ох, загораешь, сидишь, загораешь. Это бархатный сезон. Ну да. Бархатный сезон, такое солнышко. Конечно, я утеплилась, одела, в общем, понимаете, так тепленько-тепленько. У нас солнце, конечно, так утепляться, в принципе, не надо на солнышке. Так что вот, ох, можно позагорать. Здесь прям, знаете, вот прям это время. Такое время, что... Ох, daytime, можно прямо вот так вот, прям сидя у себя в комнате, в квартире, открыть окно, балконную дверь и загорать. Так что вот, самое главное поймать момент. Yes, dear friends, it's very important to choose a moment. A moment, if you sit in your flat and you know, it's kind of, you have страна света, yes, you can even, you know, take a sun, you know, like, как сказать, загорать-то по-английски, даже не знаю, oh, even in your flat, and have your breakfast and be positive, да. Вот такие вот дела, давайте ближе к завтрачку. Идите на улицу, вот хлебная машина, доверяй родному хлебу, доверяй родному хлебу. Вот такие вот дела, себя крупным планом, ну да, солнышко крупным планом. Просто о своем здоровье забывать не надо. Как советует Наталья Правдина, по 10 километров. Нет, она, наверное, не советует. Спорт, сон, секс. Заниматься всеми доступными видами спорта. Лично она бегает по 10 километров. Так что вот. Наверное, если бы вы пробежали сегодня 10 километров, может быть, эти гайс пробежали уже 10 километров, вы, наверное, будете выглядеть по-другому. Так что вот.
Ох, такие дизайны, такие суперские дизайны. Ну что, зарядочку. Сейчас я принесу зарядочку. Поставлю компьютер на зарядочку. Ох, красота. Еще одна идея, которая постоянно я транслирую в жизнь, это, конечно, звучит она так как бы интересно, затачивай свою пилу. Что значит затачивать свою пилу? Это нужно выделять время для своего совершенствования физического, духовного, интеллектуального и эмоционального. Постоянно. Чем мы с вами сейчас и занимаемся. Затачиваем свою пилу. Ну, я надеюсь, что вот такой краткий конспект книги «7 навыков высокоэффективных людей» мы с вами прошли. И вообще, вы, возможно, удивились, зачем я начала... Ох, ноготь сломала! Ох, ио! Ох, опять ноготь сломала! Потому что сегодня я хочу сдвинуть наше с вами общение в сторону именно вас. Первые два урока мы с вами говорили о деньгах, мы с вами говорили о финансовых законах, мы будем продолжать об этом говорить. Мы говорили о том, какова психология богатых людей, бедных людей, кредит и так далее. Сейчас я хочу направить фокус на это. И в конце нашего урока сегодня я дам вам один инсайт, который меня сегодня обладает реально и помочь, и я поняла, что это, наверное, самое главное метод в нашем сегодняшнем уроке. Итак, сегодня мы с вами будем выстраивать новую реальность и новых вас. Приведу такой пример. Ну что, Татьяна Салмановна, хватит уже вот это вот. Знаете, столько это preparation, во сколько тут встало, все это preparation, как говорить, этот завтрачек. Ближе уже к завтраку, к кофе. Так что вот. Ну что, посмотрим, дорогие друзья, самые дорогие яхты в мире, пока Татьяна Салмановна будет кушать. Ну да. Вы знаете, сегодня у Натальи Правдиной такая прическа. Первый раз ее за 20 лет увидела с такой прической. Так вот, знаете, вот полностью вот так вот, знаете, у нее забраны волосы и такой хвост, знаете, хвост. Очень красиво. Так что вот. Знаете, как полностью, знаете, у нее вот так вот. Вот волосы, как-то вот это, а и такой, знаете, вот этот хвост, ну, в смысле, ну, шиньон, наверное, как-то вот так. Она очень шикарно выглядит на видео. Первый раз, да, я была на ее семинарах, так что вот, в 2003-2004 годах. Я вообще интересуюсь ее творчеством, фотографиями. Первый раз, может быть, для фото она делала такую прическу. Так, она на себя даже совершенно не похожа, такая прям, какая-то такая дива-дива. Так что вот. Ну, рекламирует она свой очередной семинар, чтобы платили деньги, приезжали, платили деньги. Так что вот, ну что, я буду кушать, всем будем наслаждаться. Здесь нужно как-то прикрыть, понимаете? Здесь солнце светит, и здесь, получается, отсвечивает здесь. Здесь отсвечивает, так что придется прикрыть чуть-чуть. Потому что очень солнце, получается, что вот так вот отсвечивает. Наталью Борисовну все-таки слушать. Послушаем ее.
то, что он говорит. Достигать синергии в процессе вашей работы. Опять-таки, это один из законов успеха. Что это значит? Дорогие друзья, вот представьте себе, да, что любимый наш пример, один прутик легко сломать, даже два прутика легко сломать. Но когда прутиков много, ты этот веник ни в коем случае не переломаешь. Это и есть синергия. Старайтесь, если вы даже выполнили мне домашнее задание, представили себе, чем вы можете заниматься, да, начинайте размышлять о том, как расширять вот это свое занятие. Возможно, даже, может быть, вы нанимаете уже каких-то людей, чтобы они тоже работали, может быть, даже на вас. Ну, чем бы вы занимались? Когда люди, ну, это, конечно, касается тех, кто работает в государственном учреждении, кто-то мне уже написал, да, домашнее задание. Но, тем не менее, может быть, вам это пригодится. Старайтесь всегда сделать так, чтобы те люди, которые работают с вами, чтобы они работали не только за зарплату, но чтобы они работали на процент. Чтобы тогда все будут выигрыши, тогда вот это будет синергия. Во-первых, процент обязательно платить, и обязательно нужно людей стимулировать материально. Материально их подбадривать. Чем бы вы ни занимались, ну, про чаевые я говорю уже, не знаю, всю свою жизнь, которую вот я говорю, постоянно говорю про чаевые, но сейчас мы с вами переходим уже в сферу успеха, в сферу взаимодействия со своими служащими, скажем, коллегами и так далее. Поэтому очень важно, чтобы не только вы возвышались и достигали успеха, очень важно, чтобы все достигали успеха, и таким образом это будет очень выигрышная ситуация. Ну, и еще одна идея, которая постоянная, я... Ну что, это первая часть, да? Первая часть завтрака. Жизнь, это, конечно, сейчас будет вторая часть. Она так вот будет интересна. Second part of my positive breakfast come soon later, because I would like to make not one video, maybe two or three video from my breakfast on positive. Yes, with you. Татьяна Салмановна Мактум, Саев, Удин, Санкт-Петербург, Россия.